В общем, всем добрый день. Сегодня перед рыбалочкой заехал в магазин у Гаврилыча на Сатпаева. В общем, взяли вот такие вот снасти толстолоба. Так как мы сегодня планируем, в принципе, половить толстолобу, помимо амура сазана. Эти снасти, как бы, собственного производства магазина Гаврилыча. Сегодня вам протестируем, покажем, в принципе, на водоеме. Что могу сказать, в принципе, цены очень удивляют нас в данном магазине, поэтому, как бы, это основная причина, почему мы сюда заезжаем и покупаем. Так что давайте, в принципе, смотрите, увидимся на водоеме. У тебя фрикцион, видишь, отпускает. Вот ты и выкинул. Он говорю же этот был. На пружинку херачишь. 30 крючков. 30 крючков. Амурчик. Маленький, но бойкий, да? Ну, да вообще-то едовый. Сейчас, подожди. Друзья, ну что, в общем, вот мы приехали на водоем. Озеро данное называется Рыбалка у Бекша. В принципе, мы здесь ранее не были. Чуть дальше Касфиш. Сегодня мы в составе 4 человек. Артем с Султаном уже приехали. В принципе, здесь место вот подобрали, нашли. Сейчас мы подъехали с Иркебуланом. Будем сейчас раскладываться, в принципе. Что сказать по озеру? Как, в принципе, сзади видите, очень много коряжников. Можно сказать, деревья произрастают, да, из центра озера. Ну, я думаю, в принципе, это нам не помешает на сегодняшнюю нашу рыбалку, да. Я так могу предположить, что, возможно, здесь могут быть зацепы. Ну, мы к этому готовы. В принципе, мы взяли, есть у нас запасные снасти, так что будем, как бы, менять на крайний случай. Сегодня мы будем тестировать фонарик фирмы Nightcore. HSC-65, вот такой вот, все видно. В принципе, кому он будет интересен, в интернете довольно очень много есть обзоров на него. Мы просто хотим протестировать, посмотреть, как он освещает, насколько его хватает. По рекомендациям, не знаю, попробуем сегодня этот данный фонарик. Я вам сейчас покажу примерно, как он выглядит. Ну а позже, когда, в принципе, стемнеет, вы, в принципе, увидите картину его уже с другой камеры, с камеры GoPro. Вот, вот такой вот. Так что давайте, вот, в принципе, ребята уже раскладываются. Я тоже пока буду потихоньку раскладываться. Время сейчас уже 7:30. В принципе, через часа полтора-два начнет темнеть. Там мы его и протестим. Всем привет! Сегодня мы приехали на небольшой водоем, это прямо рядом с Касфишем, и решили попробовать несколько видов прикормки, которым будем забивать в кормушки на основе перца, на основе вот этого сыпухи тутифрути карп, который мы взяли в магазине у Гаврилыча. У нас осталось еще с той рыбалки вот такой вот интересный фишбейт методная. Тоже хотим ее сюда же намешать, получить микс. Вот. В основе своей все у нас будет фруктовое, но с небольшими мясными вкусами. Сейчас начинаем с того, что основу сыпухи. Теперь добавляем вот этот перец. Это 2-миллилитровый слива Lionbait. У нас тут осталось совсем чуть-чуть. Так. И добиваем вот этот вот перец для форели. Единственный, который был, 4-миллилитровый. Вот, чуть-чуть добавляем. Вот. В принципе, основа уже есть. Теперь нам необходимо, я уже здесь разбавил в воде вот этот, как обычно, криллевый бустер, это получается
жидкое питание. Вот, его необходимо разбавлять. Тут грамм 50, разбавляется в 100 мл воды. Ну и финальным штрихом добавляем CSL. Где-то 50-100 мл. Ну, 50, 100 добавим. Так, сейчас будем, в принципе, готовую снасть толстолоба одевать на наш крокодил. Вот такой вот получается. Здесь получается, вот написано, якорь 40 грамм, шок-лидер 8 миллиметров, 0,44 и 31,7 килограмм. Я не знаю, что. Вот. Так вот она выглядит, получается. Сейчас тут еще разобраться надо будет с ним. Так, еще. Так, ну, насколько я понял, это будет этот шок-лидер, это основной. Будем сейчас вязать, уберем вот этот наш карабинчик, будем вязать на основную морковкой. И вот так вот это как бы снасть выглядит, скользящий груз. Здесь поплывок с отводом идет. И обратите внимание, тремпель какой. Какой-то вот, ну, как бы первый раз я такой вижу. Это, наверное, делается, не знаю, протестим, посмотрим, в принципе. Низ, да, вот закручиваешь. Два крючка. И длина крючков, один длиннее чуть-чуть, второй чуть покороче. Давайте сейчас будем вязать, закидываться, потому что сейчас, через час уже начнет темнеть. Так, Кеш, у тебя что тут нету, да? Чем-нибудь отрезать, да? Придется свой ящик. Так, здесь у нас что получается? Сколько метров? Угу, длинная. О, смотри, Кеш. Это вот этот, видишь, пенопластина для поводков. В комплекте шла с этим, со столобовской снастью. В общем, замотаем все практически, не будем ничего этого укорачивать. Так, вяжем морковку. Так вот, раз, проводим нашу основную, если я насколько уж помню. Все, Макс, я намешал, вот это можно в багажник уже спрятать. Угу. Ну, делай, наверное, оборотов 7-8. Что не нужно, в багажник будем прятать. Да, убери, братан, то, что не нужно. Сам смотри, короче. И обратно. Пару оборотов. И выводим обратно же. Тут ведро нам в эту нужно. Петельку. Видишь, не хватает ведра. Чуть-чуть подтягиваем. И вот так вот получилась наша морковочка. Лишние вот эти вот концы мы отрезаем. Отрезаем не под самый корень, где-то оставляем, где-то порядка, может, 3-4 миллиметров. Так, ну все. Вот, если видите, если вам видно, вот получилось как морковочка. Это необходимо для забрасывания, чтобы она выходила через пропускные кольца. Теперь сейчас лишнее это намотаем. Ставим техноплантон. Вот здесь вот есть стопорок прозрачный. Тёмыч, ты какая там глубину делаешь? Где-то 60. 60? Думаешь, что на 60 ловится? Попробуем метр. А где у нас техноплантон, Кеш? Вот. Дай, пожалуйста. Так, здесь что у нас получается? Вот это что, пенка, да, этот? Пенка, нет, да? Не пила.
Ну, это просто... не выбрасываю, а потом для транспортировки. Ага. Короче, плантон взяли Алексеевский, да? Короче, какой-то, не знаю, вот, какой был по дороге, по Копчегайской, в общем, этот. Попробуем его сегодня. Не знаю, говорят, вроде ловится. Это что у нас? Это клубника, по-моему, да, что-то? Или ваниль, шоколад, что-то непонятно. Карамель. О, карамель. Ну, блин, сюда я не знаю. Кеш, блин, как вот на этот ремпель? Что, две одевать, Марьяна? А? Две. По одной? Давай попробуем по одной. Я не знаю, надо... В общем, вот такое решение. Смотрите, друзья. Прикольное. При этом он будет вот так вот. Ну, он... Сплывать. Нет, он поднимать не будет, конечно. Не, он поднимать не будет. А это... Ты чуть-чуть... Вот сюда, короче. Воткнем одну. Это у Гаврилыча. Они сами делают такой. Ну... А, да я не знаю, сам смотри. Можешь одевать, можешь не одевать. Да я не одеваю. Когда одеваю, когда не одеваю. Короче, я один одену. Нормально? Ништяк. Так, что ты говоришь здесь, толстолобы по килограмм сколько есть? Ну, вон там, наверное, килограмм от 30 вытащил. Это что? Чё? Толстолобы кидайте дальше оснастки, к дереву. Не желательно здесь. Вот, вот это вот здесь. А здесь что, не ловится, что ли? Здесь в большинстве ловят сазанов, карасей там. Это чё? Амурчиков. Ну ладно, посмотрим. В общем, время уже почти 20 минут 9. Андатра плывет, что ли. В общем, заняли вот мы береговую линию. Порядка, наверное, метров 40. Вон, видите, сколько удочек. Офигеть. Но это не мои. Я 3 удочки пока закинул. Попозже буду. Что, в принципе, по водоему видите. Здесь коряжник. В общем, насколько я понял, здесь раньше такой лог был, деревья. И не знаю, по какой причине здесь, но здесь вот заполнено водой. Вот это дерево, не знаю, глубина, наверное, везде здесь по-разному. Эхолот мы еще не кидали. Сейчас я готовлю ужин. Поужинаем и дальше уже будем думать. А в лове пока один карась. Там, в принципе, вот мужики собираются, одного толстолоба взяли, ну, на килограмм, наверное, 6-7. Так что будем ждать, смотреть. Такое своеобразное озеро, в принципе. Будут поклевки, обязательно вам покажем. Давайте, смотрите. Thank you.
Пацак. Давай сейчас сделаем. В каком районе? А нет, там небольшой. А нет, что-то есть. Вон на машине, есть, пацак. Есть, есть. На машине? Колокольчик сними, пожалуйста. Тебя тоже? А не, не надо, пацак. Не надо? Не надо. Ну, карась. Нет, амурчик. Амурчик, да. Оп. Ну, маленький амурчик. Маленький амурчик. Ту ему, что за... Так, есть. Прям за губешечку взял. Так, на, Тёмыч. Отцепил. Отцепил, держу, держу. Пускай. Все. Да, вот. Я прям хорошо дернул. Наш прям тряслась, да? Да, да. Несколько раз тук-тук-тук-тук. Ну, может, амур, скорее всего, сел. Попробуй чуть-чуть. Ой, подтянуть, чуть-чуть. Был, надо ему минимум 2-3 метра пробежать. Чуть-чуть. У тебя фрикцион, видишь, отпускает. Дергает, нет, болезни? Нет. Вообще, когда ты бежал, там это тук-тук два раза. Ни движения, ничего? Может, мимо, хвостом? Смотри, какая пыль, да, смотри, летает в небе, ё-моё. Как? Пыль какая летает. Не пыль, это машкара всё. Да и пыль еще, смотри, вон. Может, не карась? Ну, по-моему, не карась, не. Куда завела? Давай на середину отходи. Ну, где? О, в середине, вот сюда. Давай, пацак. Пацак, пацак, алкаешь? Ага, вот-вот он между. Мама. Ну, сазанчик же. Амур. Амур, да? А, амур небольшой. Ты че? Снизу, да, пропусти. Не, давай я удочку туда протяну. Ты не протянешь, братан? Подожди, давай я возьму. И все. Да не, выше подумай просто. А, фу. Точно. Что-то я не сообразил сразу. Нормально. Подожди. Килограмм точно есть. А, вот ты и выкатился. Он говорю же это, ну. На пружинку херачишь. 30 крючков. 30 крючков, нахуй. Браконьер, блядь. Это тут только, на этих-то нету такого. На этом флеты стоят. Стопудово этот мужик тоже стоит так же. Короче. Уже это все снимаю. Да. О, блин, нормально, смотри, такое. Отлично? Да. От души. Вот тебе амур. Кукуруза здесь. Но она конкретно что-то натянулась, прикинь. Она ж провисшая была. Такой был ударчик. Попробуй чуть-чуть взять его. Так, в общем, смотрите, фонарик. Хотел показать, как он светит, в принципе. Так. Это вот первый режим. Ничего практически не видно. Это вот второй режим. Не знаю, на камере как передается. Это вот третий режим. Это вот пятый режим. Ну, в принципе, я считаю, довольно неплохо. В общем, вот так вот фонарик светит. Это полный режим. Сейчас перезакидываемся. Что-то какие-то легкие, такие небольшие поклевки есть. Либо мелочь, либо что, непонятно. Есть, есть.
Есть. Опа, опа, дергай. Отца где? Снимай вот этот. Вон около машины. Амур, наверное. Опять, да? А здесь есть фонарик, хватит. О, дергает, бьет, блин. Нормальный? Ну такой же, наверное. Надо пока? Да, 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 да. Вот он. Ну. Амурчик. Амурчик. Маленький, но бойкий, да? Ну. Да вообще-то едовый. Сейчас подожди. Что там? 30 карася. 31 крючок зацепился за него. Все, все, все уже. Ну, ну блин, нормально такой, да? В принципе. Смотри, он сейчас сойдет и в воду уйдет. Придержи, я для него. Да, уберите его лучше туда. В руку взять, ну. Этот хороший получше, чем первый был. Второй такой же. Оп. Да, такой хороший. Так. Вот, давай, пострахую, пострахую. Вот так вот. В общем, всем доброе утро. Сейчас 6:30. Решили мы перекинуться. Что могу сказать? Вчера сидели где-то до 4, до часов, наверное, 3. Ну, как видели, вытащили пару амуров небольших. А, и все. В общем, вообще тишина полная. А, сейчас вот решили перезакинуться. А, не знаю, посмотрим, что будет дальше. Сейчас такой вот на озере полный штиль. Солнце начинает потихоньку припекать. Ну, в общем, как говорится, дальше посмотрим. Так что давайте смотреть. Решил место поменять. Вот здесь вот такой коряжник есть. Вот туда хочу кинуть. Так, надо что-нибудь поставить. Тут что, серьезно дернет, чтоб не улетело. Ну все, в принципе, натяжка вот есть. Будем ждать. О, какая? А? Какая-то дернула только что. Вот это, по-моему, средняя. Ох, хорошо. Да, смотри, видно облако. Ага. Уже видно облако, смотри, да. Видно, да, там этот, разница, да? Прикинь, сейчас прямо из-под спомба как клюнет, да? Ну все, можем, братан, видишь? О, этого. Да, в общем, Ергебулан закинул туда зигрик. Сколько там глубину сделал-то, братан?
1 30 м. 1 30 м. Сейчас помпу закидываем, чтобы облако создавалось. Замануху делаем. Да не говори. Так, давайте я вам покажу наш ночной улов. Ну, он такой, знаете. Ой. Ё-моё! Один карась, три амура, да? Блин, вот они бойки, а. Прикинь, обрызгали всего. Ну что, в общем, друзья, время уже начало 12-го, будем собираться. Как и видели, и до этого вам показывал наш ночной улов. Что сказать, рыбалка была трудовой, клевого вообще никакого. Что толстолоб, что, в принципе, посазанул там, я не знаю. В принципе, перепробовали все. Вот рыбаки там, в принципе, со вчерашнего дня тоже стоят. Не видели мы, чтобы они что-то тоже таскали. В общем, озеро такое себе, своеобразное, конечно. Как видите, здесь очень много коряк, очень много торчащих деревьев. Так что, кто надумает сюда приезжать, в принципе, будьте готовы к потере снастей, зацепов. И у нас как бы без этого не обошлось. Так что давайте, в принципе. Спасибо тем, кто досмотрел до конца. Ну а мы увидимся как бы на следующей рыбалке.